В понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном национальном исследовательском университете один из студентов открыл стрельбу. В результате нападения погибли 6 человек. Около 2 десятков получили огнестрельные ранения. Еще несколько человек получили различные травмы. 18-летний Тимур Бекмансуров перед нападением опубликовал в соцсетях подробный план своих действий. Рассказал, как получал оружие и как долго вынашивал мысли о массовом расстреле. Он начал стрелять еще за пределами кампуса. Целился в идущих с занятий студентов, но не попал. Пострадала чья-то припаркованная машина. Шокированные ребята разбежались, а Бекмансуров спокойно вошел на территорию университета и начал стрелять по людям. Закройте кабинет! Кто-то стреляет! По словам психологов, избежать таких трагедий можно, если вовремя выявить психическое расстройство. При этом психиатрическая экспертиза не должна быть формальной, а желающих получить право владеть оружием необходимо обследовать более детально. Если бы внимание было уделено, достаточно серьезное внимание специалистов, учителей, родителей бы заострили внимание, то этого, я думаю, что можно было бы избежать вот этой трагедии. За последние 5 лет в России произошло несколько массовых расстрелов в учебных заведениях. В мае выпускник Казанской гимназии 175 убил 9 человек. 4 месяца спустя трагедия в Перми. Мы решили узнать у саровчан, почему, по их мнению, такие ситуации повторяются и кто в этом виноват. Я считаю, тут не досмотрели психологи школьные, не досмотрели психологи институтские, если такие вообще были, конечно же. И, собственно, вылилась такую трагедию. Вспоминаю любое учебное заведение, кроме, возможно, каких-нибудь московских, московского МИФИК, к примеру, да, где целое КПП есть по входу. В остальных местах в большинстве случаев сидит один охранник, который за свою ставку ничего особого вам не сделает, у него даже оружия при себе не имеется. Я считаю, что это виноваты СМИ и интернет. Поменьше вот запускать вот этого нужно, как бы сказать. Когда дети смотрят убийство и то, что расстреливают, и все у нас смотрят. Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвование на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.